Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами Расхититель мусорных баков. Я знаю, что вы обязательно поставите лайк на это видео, потому что в этом видео я буду разрывать мусорные баки и показывать, сколько можно на этом заработать денег. Ну и как я это делаю, вы это увидите, ребятки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Многие, наверное, спросят, почему видосы не выходили аж целый месяц. Я вам отвечу, ребятушечки, потому что целый месяц, бучи, блядь, я крутил болты в гараже. Вот эту бибу я собирал. Это электроскутер, он вмещает в себе 300 килограмм. 4 человек может перевести вот этот лайбодрон. Поэтому теперь у меня есть топовый транспорт для того, что на нем бы расхищать мусорные баки, ездить по помойкам. И, кстати, на этой неделе я обязательно проведу стрим на своем лайв-канале, ссылка будет в описании. На этом стриме я расскажу, почему, собственно, я роюсь в помойках. Я думаю, многим этом кому будет интересно. Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Это шкарлупский трек. А мне семечек. А мне... Что-то тут галековая обычно кормилица. Вынос, тут вынос. Дай покажу, дай посмотрю. Да дай посмотрю. Нифига, Дима поднял колоночку. Charge 3. Charge 3. Ребят, паленая колонка JBL. Ну, может, даже рабочая. Ну, вид у нее идеальный, вообще в идеальном состоянии. Оно работает? Откуда вынос вывалился? О, оно включилось. Сразу. О, радио. Ребята, а тупо рабочее полностью. Дима, ты себя на самокат установишь? О, нифига. А что это? Репьё, репьё. Толстовка. Бомжевитая вся. Рюкзачок на продажу забираем. Эй, сука, иди, я тебя сейчас въебу нахуй. Я тебя сейчас въебу. Дима, падла, блин. Новогодняя елка. Вот, Новый год прошел, а они сейчас выкидывают. Сейчас уже лето почти на дворе. Игрушки это. Ну, сейчас не резон это брать. Но это тупо набор. Елочка маленькая. Где? Здесь. Арик? New Balance. О, реально, может даже Арик. Опа. Дим, запрыгивай, не перелазь. Хотя с твоими ногами. О, нифига себе. Тут выкинули камеры от великов и покрышку он. Тут три камеры от великов. Нифига себе. Пробитые, походу. Они как новые. Может, они новые? Пацаны, тут, походу, новые камеры для великов. Чё там? О, нифига, это сервисного центра запчасти. Планшет дай. А, он даже с крышкой, можно собрать его в товарный вид. Нифига. А, тут материнки нет, чувак. Тут чисто экран и это. Тут нет материнской платы. Тут батарея и экран. А, экран новый. Я бы из-за аккума не стал бы, взрывоопасно. Нифига, экран битый. Lenovo, тоже материнской платы нету. Но камера есть. Ну блин, у нас это пока купят. Это опасно в гараж это везти. Тут аккумуляторы взрывоопасные. У меня пожар был. Матрица нерабочая, но целая. Обидно. Заберем матрицу? Да куда ты их заберешь? Где? Кто у тебя их купит? Дима говорит, это все знает, где продать. Я даже вот без понятия. Harman Kardon, нифига тут звук сервисного центра. В общем, вынос. Давай, это новое. Вот это точно новое. Я же говорю, они как новые. Это... Они новые, чувак. Это новые камеры. Видите, ребят, сплющенные. Это новые, точно. Вон, дай еще ту надутую. Какой самокат? Лесопед. Вон еще. Новые камеры. Че их выкинули? Брак какой-то или что? Так их заклеить можно. Нифига тут камер. Покажи. Кидай. Ребят, сегодня мы уже такую находили, а это уже вторая за сегодня. Маленькая. О, рабочая. Радио есть в ней? О, радио есть. Вторая колонка за день, блин. Точно такую же находили, только меньше. Капец прикол, да? А вот эти камеры, я думаю, тут три новых. А, нет, тут две новых. Остальные накачанные, но тоже как новые. Я думаю, это можно и себе оставить или что-то продать. Капец кайф. Помоечка радует, вообще балдеж. Факты. Банан – это высокое тропическое растение со сладким прадами желтого цвета. Петух. О, электропомпа для воды. Помпа. Помпу зарядить надо. От USB работает электропомпа. И пультик. Помпу за 50 продадим. Пультик тоже рублей за 50.
Нифига себе, какая тут красота, ребят. И, кстати, я обзавелся микрофонами беспроводными, и звук будет лучше. Если вам нравится звук, ставьте лайки. Нам теперь пофиг на ветер, и это просто шикарно. А вы посмотрите сюда, Дим. Ого. Охренеть, тут просто сакура на помойке цветет. Обалдеть, какие виды, да? Вот это просто романтика. Высшая благодать, нифига себе. Тут вынос хаты. Смотри, вынос хаты. Реально вынос. Вот рамка. Так, ой, ну нафиг ты высыпаешь? Ну, чтоб залутать. Нифига его. Бутылка для гаишника. Зацените, ребят. Бутылка гаишника. Фоторамка новая. Чехол для айфона. А четверки самой нет? А вот крышка же. Крышка от бутылки, ребят, вот этой. Да эту бутылку продать можно будет рублей за 100. И фоторамку рублей за 100. Дим, комментируй, ну у тебя ж микрофон. Да, а тут уже на днище один мусор остался. Да, посмотрим, что дворник припрятал. Не, Дим, не надо вот это делать, слышь? Дим, не расхищай нычки дворников, пожалуйста. Ну постараюсь, о, о шляпетки, а про шляпетки. Не, ну берем самые топовые, Дим. Эти кожаные можно взять. Эти кожаные. Взять. Вот эти кожаные можно продать рублей за 100 точно, кедики, 41 размер. Дим, а ты помойку будешь драть? Да тут или... тупо вынос, блядь, с электроникой нахуй. Охренеть. Давай сюда в бак я залутаю. Да не вот тут надо прям молча лутать. Зачем вот ты мусоришь? Достань. Стой. Ты чё выкинул брендовую куртку? Ты чё, дебил? Ну я дебил. Ребят, зацените, что Дима откинул в сторону. Трепьё откинул. Пауль Шарк. Вещи от этого бренда стоят вот столько. Охренеть, да? Пауль Шарк вообще топовая. Ой, тут набор белая, школьника. Тут набор вейпера. Набор вейпера? Жижа вот есть? Палочки это для мороженого. Жижа есть? Так, Пауль Шарк опять походу. Сюда. Охренеть. А, не, это Adidas. Оригинальный Adidas. Круто. Made in Turkey. Карманы пустые. Это что? Это я не знаю что, ну что-то. Да не, это какая-то биба. Косметология тут всякая, испарители. О, серьга, вдруг серебряная. Кстати-ка. Не, это бижутерия. Помойка сюда. Я теряю зрение. Я вижу топовую щеточку, ребят. Вот эти щеточки на вес золота. Дим, как ты ее не взял? Дим, почему ты щеточку не взял? Увы. Зацените, ребят, Вапоресса. Так это ж на мой, походу. Вот, да? Смотри. Одноразочка. Покажи. Смотри, заряжаемая какая, даже для ремешка. Ой-ой-ой, одноразочка на Type-C-шечке, ребят, зацените какая. Так она работает еще, ее можно заправить. И мыльно-рыльная. Вкусненькая, даже гариков нет. А это с жижей. Этот, так, испаритель. Испаритель на мой вейп. Сейчас буду его примерять на свой вейп. Пойдемте сюда. Вон, проверь, золото, нет? Нет. Ты что, нет, ты еще даже не проверил. Я сразу отличаю. Итак, ребят, вот испарик проверяем. Обалдеть, подошло. Ну, что-то он не... А, сейчас включу подик. Обалдеть, еще жижа топовая. Так смотрите, увеличенный емкость, объем. У меня вот мой испарик. И насколько он меньше. Тут жижи много поместится. Конкурент кого? Бля, попробуй. Я... Не, ты попробуй, охуенно просто. Помойка накуривает. Но вам нельзя такое, с 18 лет только можно. Капец, жижа топовая, да? Ребят, просто ништяк, едем дальше. Это за фотки мне вот столько всего надарили. Вкуснятинки. Обалдеть, я в шоке. Нате вам, на всех. Спасибо. На еще. Спасибо. Но на всех поделите. Ребят, подъехали к кормилице, и вы просто посмотрите на этот великолепный транспорт. Ребят, зацените, какая появилась у нас электробричка. Это электроскутер Димон, который он продал там одному школьнику. Я его выкупил, короче, в итоге дешевле. Короче, просто кайф. Посмотрите, какой тюнинг. Помоечка кормит, ребятушечки. Вот, с кормилицы вот такой светильник. Крыло сделали. А багажник – это просто произведение искусства. Все как обычно, все по классике топово. Очень грузоподъемный. Теперь у нас есть транспорт. Этот багажник сделанный, короче, из тележки супермаркета, которую я нашел на помойке, не украл, а вот реально на помойке была, она полуразобранная. И вторая тележка тоже на другой помойке уже была, тоже полуразобранная. Ребра жесткости сделал здесь и тут тоже. То есть мы вчетвером его даже тестировали. Здесь садился человек, и сзади трое ехало, и все прекрасно едет. Правда, тяжелый сам по себе управление тяжелое, но типа он везет четверых человек.
представляете, какая у него грузоподъемность. Теперь конкурентам стоит реально напрячься, потому что мы столько находок будем на нем перевозить, что это просто кошмар. Здесь даже установлена музыка спереди и топовая фара, которая освещает вообще всю улицу. Блин, да и тут какой-то Новый год выкидываешь. Что за дела? Еще одна елка. Прикинь, с фонариками. Елка с блоком питания. А, она светится, понял? Вся. Вся светится елка. Внутри там фонарики. Не знаю, подумай. Ребят, в эту елку интегрированы фонарики. Видите, блок питания вот тут вставляется все это. А вот от нее подставка, Миш. О, ты че? Бля. Но они топовые. Это как будто собака кого-то покусала, реально. Ребят, по помоечкам лазить в таких шортах одно удовольствие, несмотря на вот эту дырку. Ничего не смутило. Это ты где взял? Это вот еще полные бутылки пива. Охренеть. Смотрите, ребят. Пиво тупо стоит. Так, это дырявое. Это целое. Это целое. Бэкс. Это дырявое. Дырявое. Это целое. Смотрите, сочится он. Ребят, Джим Бим, смотри, почти полбутылки. И Вильям Лоусон тоже почти полбутылки. На. Ребят, пивас брать не будем, оставим конкурентам на похмеление. А, ну еще просрочено, 21-й год. Мусорный кортеж подъехал. А тут всего две кормилицы, а нас трое. Че там, Димочка? Опа. Слышишь ты, блядь? Ой, испарики. Ребят, вот эти испарики я забираю. Это для моего подика. Может, они еще живые. Покажи, что ты там берешь. Что нашел вообще? Нормально, покажи мне. Кидай, тут чисто. Помоечка чистая вообще. Вот эти сумочки возьмем на продажу, хрен с ним. О, Найки, дай посмотрю. Паль, паленые Найки, ребят. Вот эти шлепетки я бы тоже не брал. Они ушатанные. Штаны закошлаченные. Не-не-не. Ушатанные, чувак, ушатанные. Вот эти сумочки можно продать по 100 рублей за одну. Что? Мышка с передатчиком. О, мышка с передатчиком. Рублей за 50, за 100 продастся. Золото тупо нашел. Это реально похоже золото. Ребят, реально, Дима, зацените кольцо нашел с бриллиантом как будто. И две пробы на нем. Да нет, цвет, подожди. Цвет металлический. Может, белое золото. А прикинь, это бриллиант. Нет, серебро. Серебро? Но оно красивое, ребят. Зацените, как камушек блестит. Очень красивое. Неплохо, неплохо. Убирай. О, мыльно-рыльное. Ребят, кайф. Зацените, полные бутылки. Это ж для айфона. Возьмем такой чехол? Это для 11-го. Может, рублей за 50 кто-то купит. О, холс? Ментол экстра, он лютый вообще. Это мощь. О, а вот эти конфетки. Давай. Смотри, витамин С, конфетки, давай, все конфетки. А вот двухсторонний скотч, ты чё? Вот двухсторонний скотч. Конфетки соберем. Помойка сластёна кормит, сладеньким угощает. Вот, сластёна помойка. Двухсторонние скотчи. Вот это надо, это продать тоже рублей за 50 можно такую. Парфюм он просрал. Парфюм? Обалдеть, это мазать парфюм, мазательный. О, они так пахнут классно, эти мазательные парфюмы, ребят. Кто такое хоть раз пользовался таким? Запах приятный себе оставлю, буду мазаться. Чем насладиться? Идите нахуй, блядь, насладиться. Я сейчас залезу, у тебя все отоберу. О, жижа. Да, на донышке немножко. Это чисто мне заправится, хаски. У тебя такая есть? О, кайф. Я себе возьму. О, щеточка. Ребят, зацените, вот щеточка. Мыльно-рыльная, вон. Питательный лосьон для тела полный. О, еще жижи немножечко там. Ананас, кивики, ребят. Почти полбутылочки, блин. Жижка для вейпа просто божественно. Бижутерию перебирает Димочка, золото ищет. Вон, мелок надо написать, он что-то. Помойка кормит. Помоечка кормит, ребятки. И автограф свой. Ребят, можете сфоткаться с этой надписью. Если она еще останется, я в этом дворе вот написал. И мелок оставлю тут. О, смотри, полная бутылка грунтовки. Ребят, смотрите, грунтовка глубокого проникновения. Целая, представляете? Даже такое выкидывают. Вот она, полная. О, нифига, что выпало, зацени. Кастет. Сумочка с кастетом. Возьмем? А не, она ушатанная. Кастет вырву, ребят. Ну что, ребят, зацените кастетик. Женский, правда. Под женскую ручку маленькую. Такой кастетик. Прикольно, да? Заберем себе, да, чисто по приколу. Вынос с хаты божественный.
Ребят, топовые мужские шмотки. Зацените, толстовка какая. Адидас. Адидас, ребят, оригинальная. Дим, съесть нахуй отсюда. Курточка вообще топ. А, сука, женская, блин, ну ладно. Будем зимнюю брать. Такие баночки покупают бабушки. Биба с рынка, ушатанная. Капец, там подошва стерта. Далее, вот такие. Фу, какой ванизм пошел. Фу, ванизм жесткий. Но вот эти можно взять на продажу. Рублей за 100 купят вот эти кроссовки. О, крокисы. Вот эти сейчас сезон, купят шлепки. Далее, что тут у нас? Еще крокисы. Крокисы, вот такие, типа кроксы шлепки возьмут. Даже эти купят тоже. Далее, смотрим. Вот такие токарди, шляпетки возьмут тоже рублей за 100. Они еще дышащие, с дырочками. Вот. Опа, 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 Адидас жилеточка. Секс, вот это мини, адидасовская курточка, типа жилетка, обалдеть, мужская, топовая вообще курточка. О, мужские штани, а это что? О, набор мыльно-рыльного, гриппофлю, какие-то карты, ключ какой-то, станочек, можно его взять, вот так вот, вот продать. О, Colgate щетка, нифига рабочая, зажигалка, это все купят. Резиночка вот эта, тюнинг, это я прицеплю сейчас. Вот эта резиночка под цвет электросамоката, вот сюда я ее прицеплю, чтобы был тюнинг. Вот так, вот тюнинг, ребят, вот это тюнинг, вот топовый тюнинг. Ой-ой-ой-ой-ой, я вижу шмотки, куртка. Ой, а тут что-то... Курточка топовая, нифига себе. А тут что у нас? Амису бренд, ребят, Амису бренд нормальная, зимняя куртка вроде целая. Хорошая. Оставь куртка. Ее. А что? Не сезон. Ну и что, потом оставь будет сезон. Оставь ее, Влад. Купят, купят. Влад, приедь на барахолку и продай ее. Вот вынос здоровый. О, тут от кальяна эти жижи. Не, эти табаки для калика. Для калика табачки, ребятки. Табаки для калика, ребят. Ох. Обалдеть. Вот это надо нам. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Опа. А вот и вынос. О, иди сюда, иди сюда. Ты, сука, блядь. Да, блядь, аккуратней. Я тебе говорил. Я тебя захуярил. Понял? Не лезь, сука, поперед бати. А вынос-то кто отменял? Иди нахуй отсюда, лохавы. А вы настоя вот первый. Вот там ройся. Да там все дворник разрыл. Ты сейчас своими клешнями все разорвешь. Не лезь сюда, блядь. Ну вот и забирай свои наушники. Словарь. Сука, падла, Дима, я тебе говорю. Ты соблюдай сам... субординацию. Да вот твоя субординация. Вот ну она. Вот забирай, на. Вот оставь ее себе. Ребят, нашел такую штучку для ручек топовая. Советская еще, кстати. Да. Да, наушники. Какие-то шляпные наушники, Филипп старые. Ну все, убери свою клешню. Я уже лайтнинг вижу. О, какая-то карточная игра. Я выбираю. Первые уроки финансовой грамотности. Новая универсальная зарядка. Ну, убери свою клешню, сука. Дим, на тебе, ты эксперт по ботинкам вот этим. Нифига. Скороходы какие быстрые. Дим, это твой размер, кстати. Ну им пизда. Не, они целые. Они где? Кожаные. Где они целые? Чтоб мне ноги на да, кровищу. Да. Лаки берем? Нет. А чё нет? Нет, их по 5 рублей плохо берут, не берем их. Жалко так. Охота все взять, Дим. Выборочно надо брать. О, рюкзачок, слышь? О. Можно тебе на этот повесить и телефон-то убирать. А вот и продолжение вчерашнего выброса. Ребят, который вот такой рюкзачок мы видел. Или себе оставим, или продадим рублей за 50. Ебать! Прикинь, это ноги краба, лобстеры. Оно воняет дико. Сковороды. А? Сковородки. Сковородки? А у меня посуда. А у меня... А о, это, у меня о, бабки. А это моя палка. Зацени. Зацени, хуавеевская палка оригинальная. Чё? Это моя палка, мой... А где ты ее взял? А только что лутнул. Дай посмотрю. Да я отдам тебе, у меня есть эти палки. Это для телефона? Это Huawei палка. Нифига себе, ребят, Huawei, смотрите, палка. Селфи-палка. Она кстати, как... классная, вот, тренога. Если она не убитая.
Ну не знаю, вроде нормальная. Сковородочка. Топовая, с пультом, вот он на магните. Пультик съемный на магните, оп, чик. Крепится. Крутая, вот охрененная она. Тут еще поинтересней предмет на. Есть. Сковородки, ну забирай. Их прям так можно. Это алюминий, на. На. Сука, ну это дубли. Я думал настоящие, капец. Вы посмотрите, какой электроскутер вот этот длинный. Я на нем могу ночевать вообще без проблем. Здесь это палку натянуть, клеенку повесить и будет палатка. Понимаете, насколько это божественная техника. Все потому, что у меня руки не из жопы, ребятки. Опа, мусорный кортеж. Димочка уже залутал какие-то шмотки. О, выноскаты, тряпки. О, толстовочка. Найк, прикинь, толстовка Найк. Оригинальная Найк. Оригинальная постель. Ребят, оригинальная Найк. Нифига, это что, Cool Decision. Ботиночки прикольные. А у меня ботиночки прикольные. Пойдет. Обувь вот это все на продажу берем. Но это вам не интересно, я там детально это все не показываю. Но очень много вещей по моечке находится. Прям очень много хорошей брендовой шмотка. Нахожу в помойке, я находка. А, вы нас, да, с хаты косточки. Косточки. О, пудинг. Ребят, торт заливной, бомба. Вот эта помоечка кормит. Миш, торт заливной. Не? Ну, оставим бомжам. Потом из жопы будет заливка унитаза после этого торта. Чё Димочка нашел? Покажи. Нифига себе. Прокладка чего? Прокладка ГБЦ, ребят, новая. Офигеть, новая в упаковке прокладка. Чё её выкинули-то вообще? Продадим, может, как-нибудь. Может, на Авито такая прокладка очень много денег стоит. Она стоит рублей 500. 500 рублей? Ну, тоже пойдет. Мы тут, ребят, пакет разорвали, а тут капец. Смотрите, трещотку нашли. Душек, всякие вот такие штучки, клеммы. Смотрите, всякие вот такие. Смотрите, сверла. Дим, выбирай. Свечи. Это шестая. Автомобильная, блин. Ну, НЖК зато. Их купят. Чувак, их... Купят? Попробуем, НЖК. Капец тут свечей. Пусть они и бэушные купят. Так, индикаторная отвертка. Нифига, я чё, под электричеством? Она слегка светилась. Он светится, ребят. Я под электричеством. О, игрушечки. Чё там, Дима? О, тут, тут еды, капец, выставили. Закупорочки какие-то, макароны. О, говядина, смотри. С овощным ассорти. Срок годности до 20... До 25.08.23. Даже не просрочено. Говядинку берем. Помоечка кормит. Вот мясо с зеленым горошком. Тоже до 23 года берем. Просто бомба. Так, что, макарошки берем? Сахар домой. Мед возьмем. Короче, ребят, топовая. Кормилица кормит. Макароны, мясо всякое. Обалдеть. Да ну нахер. Паштетик печеночный со сливочным маслом, ребятки. 22 года произведен. А срок годности какой? Годен в течение 2 лет, ребят. До 24 года срок годности. Посмотрите, сколько тут паштетов. Обалдеть. Так, фасоль красная. Нет, это не берем. А вот паштетики берем, ребят, обалдеть. Паштетики печеночные. Мы будем в гараже хавать эти бутерброды, мазать на хлеб. Паштеты, обалдеть. И они не просрочены. И вот это берем. Капец, помойка кормит. Че там, пацаны? О, нифига себе, пацаны тут нашли, зацените. Увлажнитель воздуха Kickford. Обалдеть, классный, кстати, очень. Очень классный. Вот такой. Он как новый, он новый. Пацаны, а можно это я домой заберу себе? Увлажнитель вообще, ребят, новый. Смотрите, внутри какой он идеальный. По-любому рабочий. Или в гараж. Пацаны, давайте в гараже поставим. В гараже поставим, чтобы влажно было в гараже по кайфу. Обалдеть. Увлажнитель воздуха, ботиночки. Тут всякие игрушечки. Чё там, чё там? Это... Алкочек. Алкотестер.
Это на нет. Алкоголь дышать туда, проверяет, а сколько этих миллиграмм алкоголя в крови. Вон, ножи всякие Мишаня залутал. Вон, топовые, кстати, обалденные. Спиннер, ребятки, фиджит спиннер. Капец, ребят, какой это вместительный электроскутер. Я просто в шоке. Посмотрите сзади, какой баул огромный мы забили. Вот он очень большой. И тут еще один такой поместится вот здесь. И еще один сверху можно. И здесь сумка вообще пустая, мы ее сейчас забьем. О, маска какая. О, это для глаз штучки вот эти. Мешки под глазами убирать для глаз. Ну чё ты там? Шторы? Это покупают вот. Обалдеть. Да. Шторы топовые, ребята. Стой, порвешь, стой. Зацепился. Там мне шторы и постель. Давай, понимаю, загружай, понимаю. Загружай. Провод. Утюг ебучий. Давай, давай его сюда, утюг. О, так хорошенький. Браун. Нифига какой браун, ребят, топовый утюг. Такой даже на Авито не грех выставить. Ему цена рублей 400. Так, на барахолке рублей за 800 продадите. Нормально. Ребят, 800 рублей тупо в карман. Утюг топовый, браун, текстайл какой-то. Охренеть, он очень крутой. Может, я его домой заберу, слышь, такой утюг, блин. Он очень крутой. Ребят, давайте для справочки, сколько такой утюг стоит новый. Вот столько он новый стоит. Я же говорю, он капец какой дорогой, этот утюг топовый вообще. От комаров? А что это такое? Нифига себе, какие-то штучки для комаров. Я первый раз такое вижу. 208 рублей стоили. С упаковками, смотрите, новое все. Опа, а что тут? Кефир. О, это набор для разработки мелкой моторики. О, вот это прикольная штучка вообще. Такое купят, я думаю. О, помоечка кормит. Взрывоопасная сметана. Не, я думаю, тут лучше не брать это. Там это жопа старый, уже. Конечно, смотри, все какое число. Сегодня уже май. Ага. Это, чтобы ты понимал, 25 апреля. Вот это рублей, наверное, за 200 купят. Иди, не хочу. Я нашел, я хочу им насладиться. Насладиться он хочет. У меня игровая мышка. Оба. Не, не вытащить, тут тотал. Аккуратно, 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 аккуратно. Так, ребят, что тут по находкам? Аккуратненько посмотрим. Ой-ой-ой. Обогреватель Электролюкс. Топчик. Шестигранники, ребятки, шестигранники. Такая игровая мышка. Плохо проводу, но ничего, рублей за 100 купят. Вынос с хаты? Жесть. О, что это? Статуэтки, бутылки. Охренеть, глиняные, ребят, зацените. Давай открываем. Это бутылки от какого-то вина. Это покупают? Конечно. По 50 рублей? По 300, по 400. По 300, по 400. Вот это покупают, ребят, на барахолке. Такие бутылки. Шампурчик. Ребят, тут столько денег в виде этих бутылок. Это дорогие бутылки, глиняные. Видите, они из глины, вот. Ручная работа. Обалдеть, даже крышечки есть. Вот такие крышечки. Капец, это столько денег. Охренеть. Крышечки, вот крышки от них. Так, все остальное битое. Ребят, посчитайте, одну бутылку 300. Мы продадим за 300 рублей. И тут сколько? Вот у кого с математикой все хорошо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать бутылок. 300 умножить на 15. Сколько получается? Пишите в комментариях. Вот столько денег мы заработаем с этих бутылок. Ребят, еще раз, два, три. Котяхи, аккуратно. Ребят, котяхи и бутылочка. 4. О, 5. Капец, они красивые. Так, ребят, тут еще плюс 5 бутылок добавилось к этой куче. Ну, короче, капец тут денег. Тут примерно на 5000 рублей. Ребят, у этого электросамоката вместительность очень топовая. Но есть один минус. Смотрите какой. Вот я его снимаю с подножки. Вес уже большой, хотя тут, по сути, две вот такие почти забитые сумки. Но присутствует, к сожалению, воблинг на маленькой скорости. Вот смотрите. Сейчас покажу. Руль болтает, видите, слегка. На низкой скорости. Руль болтает. Вот, вот, вот. Вот, смотрите. Короче, небольшой воблинг присутствует. Но когда чуть побольше газку дашь, воблинга уже нет. Не знаю, почему так. Физика, видимо. Разворачиваться на нем капец, он очень большой.
То есть габариты огромные просто, как у машины.